Всем привет, с вами Данил Букреев, здесь у нас очередная посылка из Китая, с какого сайта я даже не знаю, опять же, у меня почему-то нет нигде этого трек номера, это стала довольно частая ситуация такая, потом почему-то, ага, здесь на коробке было написано вообще, что это смартфон, а это у нас наушники for smartphone, а с какого же сайта эти наушники? Эти наушники мне отправляли очень-очень давно. Это наушники с сайта Focal Price. Ссылку я для вас оставлю под видео. Они мне там давали купон, по-моему, на $15. У меня сломались мои наушники. Я, ну, так посмотрел, думаю, ну, можно заказать, попробовать такие наушники. Ну, и заказал. Вот они пришли, просто шли без трек-номера, и поэтому у меня его нигде не было. Так, ну что, пока мне все нравится. Стоимость их около, по-моему, $11-12. Очень такая плотная коробка. Очень-очень плотная. Приятно, вот, когда такая коробка в руках, потому что не просто в бумажку завернуты наушники. У них еще мало того, есть такой вот кейс. Что у нас тут? Коробочка больше все. Ничего нет, пустая. Ну, честно, в наушниках коробка это однозначно плюс, и коробка достаточно качественная. Коробка плюс. Есть вот такой вот кейс, в котором, собственно, и находятся наши наушники. Это тоже, в принципе, плюс, если вы не часто пользуетесь наушниками, но часто их носите с собой. Хотя достаточно объемный такой, да, то есть с собой, возможно, не очень удобно будет носить. Давайте откроем на замочке и посмотрим. Ну, так сложены они, конечно. Я думал, что они здесь более аккуратно вот сложены хаотично. Здесь у нас прищепка и такие подушечки, можно сказать, для ушей. И вот, собственно, наши наушники. Давайте их развернем. Ну, так вот, сложены, абы как, если честно. Я думал, как-то будут красиво уложены, завернуты и все такое. Так, ну, достаточно, кстати, длинные. Достаточно длинные. Шнурок плоский. Ну, штекер сам выглядит не очень надежно. Но, в принципе, именно вот внешний вид мне нравится. Тоненький очень такой плоский провод. Здесь должны, да, вот здесь есть переключатели, какая-то клавиша, да, софт-клавиша, и громкость, по крайней мере, плюс-минус должна быть. И вот сам, собственно, наушник вакуумный. На нем здесь никаких обозначений, ничего нет. Наверное, и не должно было быть. А, ну да, все обозначения вот у нас здесь. Ну, сейчас я послушаю и скажу вам свое мнение в этом же видео. Я уже вернулся, послушал музыку в этих наушниках. В принципе, я небольшой любитель вообще вакуумных наушников. Мне не нравится, от них устают уши достаточно быстро. Ну, громко в них, конечно же, нельзя слушать музыку. Что хочу сказать по поводу этих наушников. В принципе, они неплохие. Они нормально сидят в ушах, они не выскакивают, ну, там, не выскальзывают. То есть, ну, плотненько так. Вокруг, конечно же, ничего не слышно. Это для многих плюс вакуумных наушников, для многих минус. То, что слушаю я, тоже не особо вокруг слышно. Насчет управления. Почему-то плюс-минус громкость у меня не работает. А именно пауза, кнопка, да, центральная, софт-клавиша я ее назвал в начале, она работает отлично, то есть с ней никаких проблем нет. Микрофона здесь нету, это просто наушники, да, то есть нет никакого разговорного микрофона. То есть паузу я мог нажать, а регулировать громкость как там ВКонтакте в плеере или в моем плеере на телефоне я не мог. То есть они почему-то у меня не работают. Не знаю, в чем может быть это связано, с чем может быть связана эта проблема. В целом все достаточно неплохо. Диапазон громкости, они очень громкие, на максимуме я их точно никогда не буду слушать. Мне хватает громкости, наверное, процентов 60, это просто с головой того, что я слушал только что на телефоне. Так что наушники очень-очень громкие, не знаю, для тех, кто любит попортить свои уши, наверное, подойдут. Вот, что еще? Ну, шнурка хватает, чтобы в кармане где-то был телефон или MP3-плеер, или еще какое-то средство, через которое воспроизводите музыку. В целом, я доволен. За эти деньги я считаю, что вещь достаточно неплохая. Интересно, конечно же, сколько они мне прослужат. Я думаю, что будет проверка временем, так как эти наушники я взял для себя. Я буду в них слушать музыку, потому что старые мои сломались. В принципе, на этом все. С вами был Данил Букреев. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось. И до новых встреч!